Ой! Ох, трясет чуть-чуть. Нормально. Похоже на начало какого-то фильма. Вот так, да. Фух, застряло. Можете сходить в туалет, сполоснуть ее водичкой? Мы за влажную. Я уже 5 лет, так сказать, этим занимаюсь. Не умею целоваться. Не сможете научить? Еще можно протирать тут. Ну что, ребят, всем привет. Рад вас видеть на своем канале. В этом ролике я притворяюсь уборщиком в спортзале. Тем самым уборщиком, который поднимает большие веса, конечно же, пикапить подруг, да и в целом делаю для вас четкие реакции, которые вы все любите. Ребят, кто подписан на мой инстаграм, знает, что я нахожусь сейчас в Эмиратах и хотел сказать по секрету, что следующие ролики будут отсюда, да и в целом в других уголков планеты. И, собственно, посмотрим, как буду здесь реагировать на того самого уборщика Анатолия, такого, знаете, крепкого паренька с Украины, да и в целом на Винни Минчика, на деда, на сельского парня. Так что впереди вас ждет очень много интересного, насыщенного контента, ребят. Ну а мы, в свою очередь, начинаем прямо сейчас. Лайки и подписки просить не буду, потому что все мы свободные люди и все мы делаем, что хотим. Всем приятного просмотра, всем добра, всем мира. Ну а мы начинаем этот видос. Let's go. Хорошо так. Угу. Угу, еще, да. Тут чуть-чуть, не против, уберусь. Угу. Угу. Хорошо, сколько здесь, дружище, оно сползает у тебя аж. Угу. Ой, сейчас тут чуть-чуть. Я извиняюсь, не буду мешать здесь пока. Пока вы делаете, я между плитками, вот так подержите, да, держите, ага. Вижу, прям сила вас прет нормально, потому что тут обычно вот эти, вижу, раздутые ходят такие, то есть у них там ни силы, ничего, сразу видно. А тут я вижу, что сразу свой человек, я, если что, поддерживаю, ага. Уже чуть не улетели, понял, блинчики. Еще, а обе можете? Да. Вот так, сейчас еще, можете чуть выше капельку поднять? Вот, вот так, да. Да, ага, все, супер, угу. Так. А теперь опустите. Я чуть больше вам сделаю капельку, да, чтобы нам каждую плиточку протереть. У меня мысли нет, но ведра я как бы ношу такие. Да, вот тоже, коллега, пошел в ведро. Ну, это такое небольшое, я такие два беру спокойно. И вот тут мы небольшую влажную уборочку, так сказать, сделаем. Потому что мы за влажную, так сказать. Ну, уборку я имею в виду, конечно же. Угу. Вот резина, это для безопасности или как оно? Не, это вот. Отработка. Дожима. А, понял. Да, для отработки. То есть, потому что мне как-то отец говорит, используй резину, это безопасно, там, знаешь, вот эти все. Я думаю, может, ты типа, чтобы... Немножко другая резина. На всякий. А, угу. А вот на максимум сможете потом поднять? Ну, нет, конечно. Ну, потом, ладно, сейчас я тут протру. Ага. Угу. Все, можете делать? А могу ли я попробовать, вот, как его сейчас сделать? Даже не знаю, справишься, не справишься. Я тоже попробовал бы. Делал когда-нибудь, нет? Я раньше делал уборку, я раньше делал клининг, такое все там. А грузчиком не подрабатывал? Грузчиком в Ашане не работал, но там меня уволили, я украл там немножко чего-то намутил. Так. Это на груди упражнение? А, на руки. Я не сильно, просто я вижу, посматриваю иногда, там кто-то что-то делает. А могу, может, с тобой попробовать, если это... Да не знаю, может, вот с этим же как-то поможет хотя бы. Я ведра нормальные ношу, мне на стройке еще говорили, пацаны, жилистый. Ну попробуй, главное, штангу не укради. Ага. Как оцениваете уборку в спортзале? Нравится, не нравится по 10-бальной шкале? Ну вообще, наверное, 9 из 10. 9 из 10. Да. Всегда можно лучше, вот я тоже всегда так говорил. Ага, скользкий сразу, у меня еще руки. Руки у меня в мыле там. Может, ага. Да, давай. По своей ответственности, если что, сразу говорю. Я хоть посмотрю. Да, встань тогда на всякий случай, вдруг что, скорую сразу, так сказать, и вызывай. Вот так, да, его подвязываешь? Да. Ага. Пояса посильнее затянуть, так сказать. Мне вот говорили качки вот эти, что на грудь, вот отжимания вот эти. Все хорошо. Ох, ты что, чуть-чуть. Нормально, нормально, это у меня так всегда. Еще с детства меня испугали как-то. Но у меня левая всегда была слабая, это нормально. Знаете, есть фильм «Левша». Вот я как левша, только наоборот. Только наоборот, правша. Не сможете потом мне тряпочку подать? Нам просто там нужно протереться, да. Ага. Сейчас еще пару раз я сделаю. Вот так. Ой. Как-то оно там. Оп. Ух ты. Так же оно. О. Это я проверяю тренажер. То есть он шатался раньше. Вот сейчас вроде бы уже закрепили. Получше. Ага. Ну да, еще можно протирать тут. Но это я потом протру уже.
Оп. Вот так как-то. Так же оно или не так? Я так не могу. Ага. Ну, если что, я могу подсказать, а вы там подходите, да, советуйтесь. Все, можете подавать мне тряпочку. Мы стараемся, чтобы везде было чисто. И где не видно, и где видно, так сказать. Так же, да, оно? Знаешь, что в зубы ведро здесь тряпочка? Можно и так, да. Молодец. Спасибо, молодец. Спасибо. Пойду тогда попастаю сейчас там мужикам. Может, друг, дома клининг нужен, уборочка, влажная уборка, так сказать. У нас, да, и тренинг, и влажная уборка, оно как бы все вместе. Как ведра, только наоборот, понял? Ведра я на себя вот так. Я не убираться, тебе надо этим заниматься. Да, заниматься и уборкой. Кажется, новичок приходит и... А, это нормально, да, считается? Все, конечно. Угу. Держите. А если не затруднить, можете сходить в туалет, сполоснуть ее водичкой, нет? Да я шучу, не надо. Я сейчас сам скажу, конечно же. На ресепшене спрашиваете, уборщик Анатолий, Толечка, там как у вас? Анатолий равно тренер, равно влажная уборка. Хорошего дня вам. Оп. Угу. Пока. Ага. Так, чуть-чуть тут протрусь. Вот здесь. Ага. Это ж подтягивание, да? Да. Я помню, в школе нас тоже учили вот. Угу. Да-да-да. Клей, да? Понял. Мне прислали помочь вам, если что-то вы, это самое, я как правая рука ваша. Что-то поддержать, помочь может. Угу. Я так не буду мешать, тут просто немножечко запачкали. Ага. Это же на руки, да? Да. Но вот эти круглые бицепсы или как, да? Да, да, да. Понял. Помогу вам. Ага. Это на ноги, да, наверное, или как оно? Ну, на растяжку, угу, ягодичную. Понял. И заднюю поверхность бедра. Ага. А вы не будете, вы сейчас отдыхаете же, да? Я чуть-чуть сниму ее, тут протрусь. Мои любимые вот эти 34. Я вот, да. Вот сейчас, может, подскажете по технике, я вижу, просто вы правильно делаете. Потом можем вместе это самое приклеить. Вам куда нужно ее, я так понял? Да. Угу. Сейчас, не, я на пол ее. А могу потом с тобой тоже, да? Да, ради бога. Сейчас я там просто протру, чтобы не нагибаться, так сказать. Это же на руки, да, будет? Так. А, нормально держу. Так. Не. Я тоже же раньше занимался и штангами этими. Не обессудьте, 1000 рублей будет стоить моя помощь. Если не, да. Я тогда здесь стою. Угу. Вы уже сразу поняли, что я человек, который умеет, так сказать. Сейчас я сюда прыгну. Так, может чуть-чуть, да, подсобить. Давай, раз, два, три. Оп, так, а как оно делается? То есть как, это вот так? О, правильно же? Ну да, да, да. О, и такие разные упражнения. Вот, это по-разному в свое время. Как же оно? А я их протираю всегда, смотрю, думаю, одного дня буду их поднимать. О, так. О. Вот позирование, как если так же оно, или... Ох, аж швабра упала, моя любимая. Настоящие, да, настоящие они. У нас, ну вот там чуть-чуть, да, вот так оно как-то. Если что, вот этот, в уборку можете к нам устроиться. У нас там ребята все такие. А что, можно попробовать? Да. Оп. Вот, ну как-то так мы вот делаем обычно. У нас просто здесь и ведра тяжелые, и швабры. Сейчас уже легкие, раньше швабры были по 15 килограмм. Понял. Я даже поднять его. Если что, обращайтесь, я и по уборке подскажу, и поэтому. Правильно же, да? Вспомнил, спасибо. Тогда будем эти тренировочные партнеры, да, знаешь, вот как тренируется вместе, мотивирует. Вот если что, тогда ты будешь заниматься, тоже буду подходить, будем качаться. Анатолий, Толечка. Евгений. Приятно очень. Женечка. Все, Жень, удачи, Женечка. Ну, немножко, да. Удачи. Хорошо, дня. Обратно вам ставлю ее. Оп. А
Мизинца это в следующий раз. Да, это уже дома. Тогда до свидания. Угу. Хорошей тренировки. Да. Домой играешь, что к вам. Ага. Так, здесь, конечно, пыли столько осталось. А это как на какой мышце на внутри? Грудная. Да. Угу. Это чтобы потом можно было шевелить же, да, вот там, знаешь, как качки вот эти. Хорошая песня, конечно, но качки эти задолбали. Мишка, а где он грязный? Вон. Да, конечно. О! Ой! Ой, елки-палки. Все нормально вы? Не против, если я с тобой на этой же скамье попробую? Пока начальство не видит тогда, я по-быстрому сейчас... Меня же теперь уволят, наверное, за это, конечно. Как оно так вышло? Я не знаю, какие. Это написан вес, да? Да, да. Не знаете, кто делал, не скажете? Нет. Не видели, да? Фух. Аккуратно. Вас точно не зацепило, все хорошо? Я понял. Не разбирает вот эти здоровые, знаете, раздутые приходят. Ну, вот такие оставят, а потом вот мы, простые парни, так сказать, после них убираемся. Пока разберешь, уже и вечер наступит. Вам вот эти оставить или? Нет. А, не, не надо. Вот. Гантели это святое, так сказать. Да. Ага. И вот эти, да, забрать? Вот эти тоже. Ага, хорошо. Задолбали. Сколько можно? 4 килограмма, 200 грамм получается, да? Так, о. Может, дома уборка нужна, если что, тоже да нас... Да, я обращусь. Да? Тогда на ресепшене сразу спрашивайте. Хорошо. Там у нас 10 тысяч рублей час буквально занимает, то есть недорого. Это такая комплексная, да? Ну, это комплексная, то есть там да, чуть-чуть мебель протереть. Называется шейпинг или как вот? Растяжка приводящая. Кого? Приводящая мышца. А это как? Приводят. Кого? Ногу. А, я понял. Понял, кого-то куда-то приводят, думаю, туда. Думаю, в гости. Так. Стоит. Что? Не стоит. 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 Вы же, я вижу, тоже типа опытный спортсмен. Может, подскажете, правильно ли я делаю или неправильно? Сразу говорю, я не сильно занимаюсь, никогда не занимался, точнее. Да. Ой. О, конечно. Снова уносить ее нужно туда. Вот здесь тогда оставлю, разберет он сам. И потом. Так же она. Ну, я думаю, достаточно. Так. А что? Больше тут нету, да, гантелей и размером? Нету? Нужно в другой зал идти работать. Вот так как-то они меня учили. Хорошо учили. Волосы. Я в барбершопы уже эти не ходил давно. Но запачкали, магнезия вот это все. Ужас. Я Толя. Очень приятно. Это только что так было похоже на начало какого-то фильма, вот знаете. Ну там, это я видел, еще показывали мне. Я не смотрю такое. Ну вы поняли, да, о чем я. Товарняки мы разгружали в свое время. То есть там так жилистые такие ребята все. Хорошо. Не, нормально, я уже привык. Я уже 5 лет, так сказать, этим занимаюсь, после них убираюсь. Задолбали. Застряло. Да елки-палки. Фух. Я просто чуть-чуть переживаю, наверное, даже. Я просто никогда с девушками вот так не общался. У меня вот тут и вырывается уже внутри. Прям. Ой. Вам может тоже по клинингу нужна помощь. Может дома убраться, может там. Понял тогда. Но если что, там штанги перенести, что-то помочь здесь, тренажер поднять. Да, Анатолий, Аня. Можно Толечка? Если буду спрашивать руководство, меня здесь не было, я здесь не тренировался, потому что мне запрещают. Я здесь и тренажеры ломаю там. Помощь? Я не умею целоваться, хотел сказать. Не сможете научить? Я понял.
тогда Мария, правильно? Да. Маша, удачи. Очень, еще раз руку. Угу. Очень нежная рука у вас. И еще хотел сказать, ногтик это очень хороший, красивый. Мне нравится, вот когда накрашено так. Все, Маша, тогда пока. Я Толя. Угу. Угу. Пока. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите. Впереди вас ждет очень много чего интересного. Я, конечно же, вас не подведу. Подписку на канал по-братски тоже можно сделать. Инстаграм мой будет в описании. На этом мы заканчиваем. Всем удачи, всех обнял. Да и не будем прощаться, потому что скоро увидимся. Скоро будет очень мощный ролик с Дубая, где притворился уборщиком. Таким вот пареньком простым, знаете, таким нашим. Вот, который Качкова там наказывал в каком-то роде. Короче, погнали. Пока. А, не прощаемся же мы, блин. Нельзя прощаться. Ну ладно.